Так. Валерий Константинович, добрый вечер. Прошу прощения за опоздание. Перед прививкой моя груша рассматривала. Да, ну, Наталья, вы же увидите. Я подробно рассказал, что вот эту ветку отрежем, от с нее получится волчок. Эта ветка почти вертикальная, сразу прививать. И так далее, и так далее. Про каждую ветку рассказал. Центральную оставить пока, чтобы дерево все-таки развивалось. А потом по мере, как эти вот ваши пойдут расти, вот эти вот, прививка петь в расщеп, вы будете постепенно убирать центральный проводник, они его заменят. Все есть. Пожалуйста, опоздали, увидите в записи. Я попрошу брата и попрошу, это чтобы с гарантией попрошу Сафронова, он может не слышать. Вот, мне в этот разговор может не прислать мне ссылку. А вы мне потом, я не знаю, может, увидите ли вы ссылку сами, приходят ли они к вам. А нет, вы мне напишите, консилиум, пришли ссылку. Ну, электронным письмом. Я вышлю. И вы увидите свою фотографию и подробный рассказ. Вот. Юрьевна Зоя. Я в торфяных горшочках перед посадкой оторвала дно. О! Но я предлагал такое же, только я предлагал дырки делать. Высаживала грунт, все прижилось отлично. В этом году делала прививки, ножа хорошего не было. Использовала канцелярский. Думаю, ну хоть что-нибудь бы получилось. Практически почти все прижилось. Моя радость и нет предела. Вы знаете, есть люди, волшебники. Но я надеюсь, к ним тоже отношусь. Я когда-то первые прививки сделал, даже не точил, а взял тот нож, перочинным, которым хлеб резал. Ну, сделал, получилось. Но второй год у меня была катастрофа, потому что я подумал, первый год пошло, а второй подумал, а зачем буду замазывать вот эти торцы, открытые раны? Ни одна не пошла. Вот тут я прокололся. А так, если аккуратно умудриться, можно и простым ножом сделать прививки. Но желательно все-таки делать специальным ножом. Распертого Наталья. В метре от груши растет барбарис. Оба молодые. Убрать барбарис мешает от груши, когда вырастет. Барбарис – это кустарник. Он вырастет до вашего, где-то, если совсем хорошо, ну, до вашего роста. Вот. И в метре, если не калечить почву, ну, и пусть себе растет. Они не конкуренты. Груши, вы видели мои груши огромные. А барбарис – кустарник. Вот. Пусть себе растет, если он вам нужен. Так, ну что получается? Мы закончили худо-бедно и даже во время уложились. Прошло 3 часа и 5 минут. Друзья мои, значит, призывать вас, у меня остались косточки абрикоса совсем чуть-чуть, на 1-2 заказа, если понемножку. Так, вишневые косточки остались, войлочные вишни косточки остались. Остались культурные яблони, белба, лоба, семена. Сибирки, ранетки, желтая, красная ранетка. Вот это еще можно успеть посадить. Ну и черенки еще есть. Черенки я ускоренной почтой отправляю. Смотрите, был один случай, аж в феврале, говорит, у меня проснулась одна это. А как она могла проснуться в феврале? Один черенок. А с тех пор и до сих пор мне никто не жалуется. Я все равно отправляю черенки чуть ли не каждый день. Ну, на неделю, последние недели, ну, 5 заказов на неделю. Немного, но и немало. Никто не жалуется. Посмотрим. Так, теперь я к чему говорю? Ну, последние заказы. Мне нужны деньги. Вот, от этого зависит очень многое. Просто Бог запрещает нам рассказывать о своих добрых делах, иначе они не засчитываются там. А то бы я вам такого подрассказал бы. Итак, Александр Николаевич, что вы написали? У вас абрикосы слива месяц цветут или абрикосы? А, я тогда полностью не ответил на вопрос. Сейчас хорошо, что вы это спросили. Абрикосы раньше зацветают. У них, и я вот забыл сказать, у них именно первыми просыпаются плодушки, то есть цветочные почки. Он цветет, а еще спит. Вот. А у слив наоборот, слива сперва, цветочки появятся, листики появятся, потом цветочки. На вопрос ответил и тому, кто раньше об этом спрашивал.
То есть, если зацветает абрикос, это не значит, что дерево уже растет. Оно еще спит. Так у него принято, у абрикоса. Так, ну что, вроде бы все. Значит, давайте помаленечку прощаться. Донор Ильич Сафронов, мой главный заместитель по техническим делам. И, надеюсь, когда-то сменит меня. У него подрастает сад. В саду у него уже цветы. Так, в саду у него уже цветы, значит, он должен уже осенью похвастаться урожаем. Он новичок в каком плане? Теории он лучше знает всех вас. Он первый ко мне обратился. Мы с ним снимали фильмы, когда вы еще про меня не знали. Уже фильмы снимали. Раз. Вот, теперь у него снесло крышу. Он взял гектар и молча трудится. Трудится, трудится. И теперь у него ожидается первый урожай. И, наконец, видите, у нас меньше не стало участников. Я сейчас покажу гордо то, что я просто не успел. Хорошо, что я вспомнил. Итак, вот это тот самый. Знакомьтесь. Вот. По уровню образованности. Я уже говорил, высшее образование. Сельхозинститут. А, девчата, как вы его припечатали, а? Вот. И совершенно молодой садовод. Ну, как молодой? Он взял и посадил мои косточки, и что получил? Да, он в начале пути. Прошло 6 лет, внимание. А эти девчата, они его приняли, извините, за не просто за неопытного человека, а человека настолько недалекого, настолько недалекого, что можно было изгаляться над ним, обзывать, оскорблять. Как ты посмел сказать, что у дерева это самое, не надо отрезать ветки вот эти, скелетные? Как ты посмел? Как? Ты посягнул на выпускник Тимирязевского. Два раза упоминается это слово «шикарное образование». А? А, кстати, Юра, линейка-то моя повторяет. Вот она, настоящая школа-то. Ведь благодаря линейке разоблачены, помните это, Алексей Виноградов, вы помогли, разоблачены сотни питомников и магазинов, которые якобы выращивают. А вот, вот у меня такая линейка, она фирменная. Ну что, дальше наслаждаюсь. Вот она, пожалуйста, это мои косточки. А? Эй, девчата, чего вы там про 20 рублей говорили? Что косточка это дорого, 20 рублей. А? Ну что? Ну конечно, маньчжурец не шедевр. Не. А вы в Костромской области много видели абрикос? А он еще волшебник. Дозревает первый урожай. Видите, эти уже покрупнее. На привитом, на местную сливу абрикосе. На местную сливу. Вот он, межвидовая прививка. Межвидовая. Ну что скажете? Ну да, новичок. Но это не просто новичок. Это инженер. С большой буквы. Здорово, а? А вот абрикосы на сеянце. Ну, конечно, не шедевры. Вот. Ну, назвать это дичками можно, в принципе. Но если они съедобные, то уже не дички, а не съедобные. Так, персик. Смотрим сюда. Начинают окрашиваться плоды персика. Первый урожай, 15 штук. Сеянец из косточки железного. Сеянец. Ну, где тут дикаря вы видели? Косточка посажена в грунт на естественную стратификацию Полотенкова 17-го года. Итак, 17-го посажено, 21-го, пожалуйста, вот они. Косточки. Чего вы там это напали на меня, я не понимаю. Смешанный сад, жардели. Ну-ка, сколько тут? 39 грамм. Нормально. 37 грамм. Нормально. Ну что, вам такое не снилось. Конечно, не шедевры. Где уж нам? 45 грамм. Ну вот, уже лучше. Дозревает последний из 18 плод персика хасанской с косточки железного.
Вот он дозревает. Ну все, ребята, кино больше не будет. Давайте расстаемся до следующего понедельника. А в следующий понедельник я буду вынужден. Вот. Девчата, и сейчас еще не поздно. Девчата, гоп до кучи. Не надо это самое из себя строить этих самых суперспециалистов. Начинайте учиться по-настоящему. Вы поймете, что больное дерево опрыскиванию не подлежит. Это все бесполезно. Что вы говорите? Найдите причину. Здесь сгнило, потому что это самое мульча. Там сгнило, потому что вы вот тут вот отрезали, вот тут отрезали. А там сгнило, потому что вы кольню шейку закопали. А там вот тогда. Вот. Представляете? Вот это все мы будем с вами проходить. Это, что ваша наука, это не наука. Какая генетика? Причем тут генетика, как этот самый. Вначале секатор, потом пила, потом топор. Это же генетика. Я ни разу не слышал, чтобы в лаборатории генетических топором пользовались. И двуручной пилой. Ни разу не слышал. Шикарное образование. Ну и что вы добились? Как вы теперь выглядите после вот этого? Я что, должен на это заткнуться, если про меня пишут, что я чушь несу? Ну, я позорю тебе резвику, или она себя позорит? Как можно было взять вот так вот? Взять мою фотографию, моя. Я вам показывал уже раз 10 этот самый образец. Придумать ей название. Придумать ей эту целую биографию. А биография это в моем саду. Вы хотя бы с автора бы взяли в конце-то концов. Нельзя ж так-то уже это. Ну. А за эту посадку чего вы на моего сына накинулись? Чем он посадка-то не угодила? Это я потом уже, вот это, уже после того, когда все отгремело, случайно смотрю, а оно продолжается дискуссия. Горизонтально ветки отгибает только в случае, когда формирует наш полярий. Да нельзя ветки-то отгибать-то. Миллионы лет приучались вертикальной ветке вот этой вот пирамиды, этой самой пирамиды. Что вы соображаете-то? Вы только попробуйте ее наклонить. Сразу волчки, а потом давай уничтожать волчки. Раны, раны, раны. Все, ладно. Замолкаю. Мое время истекло. Я с вами, друзья, прощаюсь. Надеюсь, ненадолго, ровно на неделю. А тимирязевский реактор я фильм сделаю для него. Может быть, это хоть новое поколение перестанут дурью маяться. Вот, и эти самые генетику делать с помощью секатора и этого, и топора. До свидания, друзья. Спокойной ночи. Я останавливаю трансляцию. Прошу прислать мне ссылку или и Железова брата, или, а еще лучше обоих, или